Блин, здесь в этой случае автофокус только спасает. Она такая беганина, тут особо. Хорошо, все на завтра оставляешь. Надо сегодня все делать. Это одно я понял. Поближе подойдем. Сюда сейчас все будет. Ну да. Там другой раскопал. Конечно, мусорники эти ни к чему. Но они такие. Хотя в боевых ход бываешь. А потом в этом году. Да, я в АТО сколько. Сейчас секунды дела. Положили, въехали, дали интервью, да? Ну как всегда, стандарт. Если ты будешь жить сюда, мы можем стоять. Вот с рук возьму, рих одену, да и все. Камеру скинули, включимся, учитывая, как у нас ключки переносятся.
Перше, до мене ніхто не змінився. Вона каже, що шлюб не перетерпати на документи. Виходимо з машини, вона гарно марширує, а я шлюб, шлюб. Подыгрывать, честно. Ну. И ушел. А одни прямо во время включки сзади подошли, говорят, о, это телефон. Тут пушка пишет. Не, нет. Позвонить, сказать, пусть в Украине сюда подъезжает. Кому можно спуститься, не могу. Я просто сейчас спрошу, и надо либо с Хай сюда спуститься.